Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока следующего человека. Частые трепетания сердца из-за слабости. Ну как вот, дайте определение, как это? А вот человек работает в коллективе. Вот, директор на него накричал, на этого человека. И у человека что? Внутреннее трепетание сердца. Открыть он его, то есть скрыть он его скрывает, а внутри переживает. И так трепетает сердце, что человек боится потерять работу. Ну и чувствует, что он, допустим, может даже и не прав. Но это очень сильно отражается на его сердце. Вот так вот, вот самый простой, скажем так, пример. Также пример, человек заболел той или иной болезнью, и он чувствует, что эта болезнь все-таки настигает его, все-таки порабощает. Он чувствует, что жизнь уходит из-под ног. Он чувствует, что в жизни происходит какой-то, скажем так, провал, какая-то яма начинает падать в этот человек. И человек начинает, что из-за этой слабости у него начинает трепетать сердце. Вот. Что необходимо сделать? Конечно, здесь вы услышите самое простое, это успокоиться. Но не каждый человек может успокоиться. Второе, это перевести дыхание. Дышите, учитесь правильно дышать, и вы сердце полностью свое восстановите, и не будете давать ему трепетать себя после тех или иных негативных проявлений, как в нашем обществе, так в домашнем уюте, ну так скажем, так и на работе. И точка S9 Шаочун вам в помощь. Как только начинает трепетать сердце, и вы уже знаете свой организм, что он может, что сердце может трепетать по тем или иным негативным проявлениям, человек чувствует дискомфорт, пожалуйста, не давайте этой энергии войти в вас. Сразу же массажируйте данную точку Шаочун меньшим натиском, вследствие чего вы и укрепите сердце, и простимулируйте весь свой организм в целом, и не будете давать этой энергетике управлять вами и управлять трепетанием сердца. Только что человеку надо прислушиваться ту информацию, которую получили в данном видео, ну и, конечно же, практиковать ее, а не ждать, что кто-то придет и помассажирует данную точку. Спасибо за внимание.